С вами, как всегда, Артем Остапов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В этом видео вы увидите, как прошли мои индивидуальные тренировочные дни с Глебом Быковым. Желаю всем приятного просмотра. А вот и Глеб. Глеб, привет. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Как тебе наша погода? Плюс 31. Неплохо. Неплохо? Ну, поехали в скейт-парк. Глеб сегодня подготовился. Плюс 31, у Глеба черная футболка. Приехал в Сибирь. В Сибири приехал? +14. У вас все лето так? Нет. У нас все лето было как у вас. А сейчас у вас холодно, да? Да. Приехал погреться в Санкт-Петербург. Да. Отлично, поймал хорошую погоду. Как в том году. Так, отлично, мы почти в скейт-парк. Сейчас идем в магазин, купим воды. На самом деле, мне Глеб написал, сказал, что он немного потерял форму, то есть он не катался то ли месяц, то ли полтора месяца, и попросил его немножко, скажем так, по трюкам прогнать. Поэтому мы сейчас пойдем сразу на вылет, после этого в рампу, еще одну зону, а потом уже поедем в другой скейт-парк. Ситуации бывают разные. Кто-то хочет выучить конкретный трюк, кто-то хочет, например, как у Глеба прийти в форму. Ну, мне самое главное поставить задачу. Ну все, я Глебу дал все задания, мы переходим на вылет, и после этого уже поменяем зону. Переходим на випы. Сначала 3, а потом 4. Теперь 4. Работали с Глебом все необходимые трюки и с ревайндами, то есть тип на хил, хил на и, бар на бар, упа бар на бар. С градусами также на вылете поработали и еще вернулись после этого в рампу. На Веденской есть еще две траектории, которых здесь нету. Там тоже мы отработаем другие упражнения. И завтра уже у нас будет другой скейт-парк. Ну что, друзья, спустя 10 минут мы приехали в другой скейт-парк. Он тоже бетонный, но он в разы меньше. Но опять же, здесь обычно не так много людей к вечеру, поэтому я думаю, кататься будет комфортно. Всем привет! Сегодня у меня начинается второй тренировочный день с Глебом. Я подъехал к его отелю, он спустится буквально минут через 5-7. И как и в прошлый раз, когда у меня была тренировка в Санкт-Петербурге, предложу ему несколько вариантов скейт-парков на выбор. Ну что, друзья, Глеб выбрал скейт-парки во Всеволожске, так что сейчас мы зайдем за продуктами, за водой и потом поедем в скейт-парк. Судя по всему, мы здесь одни. Отлично, снова меняем зону, теперь будем делать 360 бар, 360 пип и фибл на хардванете.
Ну что, мы заканчиваем первую тренировку. Сейчас отправляемся на обед и после этого во второй скейт-парк. Глеб, а сколько раз ты был в этом скейт-парке? Один. Сейчас, второй. Хорошо. Тебе здесь очень памп-трек понравился, да? Да, я приехал на памп-трек этого. Так что трюков сегодня не будет. Будет. Сегодня будет челлендж 100 кругов на памп. Ну, кругов 10 точно, но трюки все равно будут. Уже 12 секунд. Кстати, хорошо, мне кажется, 22 будет секунда. Я почти угадал, 22.66. Слушай, это очень быстро. У меня в лагере на памп-треке, по-моему, самое лучшее было 26 или 27 секунд. У тебя 22. Круто. Попытка номер 2. Оп. Все, время пошло. Глеб, 1/10 разница, 22.76. Слушай, ну круто, а тут такое интересное языковое сопровождение было, ты когда ехал. Ребята тебя поддерживали. Да вон там все скорость у тебя. Ну ничего, мне кажется, твой максимум будет где-то 20 секунд, вот может быть 21. Сейчас снова 22, но все равно круто, ты молодец. Пойдем передохнем. Глеб, в прошлый раз ты не сделал какие-то два трюка, напомни, пожалуйста, что это было? Трёха вип и вип на бар. Вип на бар-котере, да? Ну что, какой трюк будет первым? Не знаю, наверное. Трёх. Хорошо, погнали. Остался вип-набор. Отлично. Ну что, меняем зону, выбирай. Либо зона, где грайнбокс, и мы будем делать с тобой балансы, либо зона, где вот вылет тот. Все, Глеб выбрал зону, где вылет. Начинаем здесь. О, хорошо. Друзья, по времени будем заканчивать наш тренировочный день, уже почти 8 вечера. Сейчас поедем отдыхать и завтра уже поедем в другие скейт-парки. Друзья, всем привет! Ну что, начинается третий тренировочный день с Глебом. Сейчас я снова поеду за ним в отель. И после этого мы поедем с ним в крытый скейт-парк SSA. Он там ни разу не был. И плюс сегодня погода 18-19 градусов, ветер и местами облачно. Есть еще вероятность того, что в обед будет дождь. Поэтому мы не будем рисковать и поедем в крытый скейт-парк. Мы будем в скейт-парке примерно до 4:30, и я еще, Глеб, продолжу поехать в Мазапарк. Это развлекательный центр, где есть боулинг, настольный теннис, дартс и так далее. Поэтому мы, наверное, поедем туда и закончим, как обычно, часов 8:39. Вот и Глеб. Глеб, привет. Я даже рюкзак взял. Рюкзак взял? Да. Отлично. Скажи, просто нам нужно заехать в магазин, какие-то запчасти купить, да? Я хочу вилку. Вилку хочешь купить? Все, хорошо, погнали. Понятно. Так, мы только что вышли из магазина. Глеб, показывай, рассказывай, что купил. Вилочку. Какая вилка? Цирка вторая вилка. Все, понял, погнали в парк. Стянется. Ну что, мы уже в парке, закончили разминку, сейчас приступаем к тренировке в стрит-зоне. Мы здесь будем буквально минут 30-40, и после этого уже пойдем в парк-зону.
отлично. Сейчас мы меняем зону, переходим на пирамидку, будем отрабатывать трюки на копинге и из квотера на подкат. Все, отлично, Глеб выполнил все мои задания в стрит-зоне, теперь мы идем в эйр-зону. Парк, особенно парк-зона, он очень любит летать через фанбоксы, спайны. Глеб отработал все мои задания, уже устал, нужно отдыхать, поэтому мы сейчас едем в мазопарк, там отдохнем и хорошо пройдем время. Ну что, Глеб, ты был в этом парке первый раз, расскажи, как тебе? Да, нормально. Понравился? Да. Дай угадай, парк-зона понравилась больше всего? Олл-райды. Олл-райды еще в стрит-зоне. Понял, хорошо. Ну, так тоже хорошо. Один. Это клуб на кегле. Точно. Всем привет! Ну что, наступил четвертый тренировочный день с Глебом. Мы сегодня приехали в скейт-парк парка 300-летия. Будем здесь примерно часа 2-2,5, потом уже поедем в другой скейт-парк. Сейчас отправляемся в скейт-парк у Меркурия.
тренировку. Сейчас уже становится очень жарко. Мы решили, что мы поедем в скейт-парк под мостом на Пионерской. Глеб там уже был в прошлый раз, поэтому он знает этот парк. И мы там будем примерно до 6 вечера. Ну что, мы приехали в второй скейт-парк. Плюс 29. Здесь, конечно, кататься комфортнее. Мы сейчас сначала начнем с памп-трека, а потом уже перейдем в пул. Все, мы отработали трюки на памп-треке, в пуле, теперь перешли в стрит. Что это за пицца, которую ты заказал? Это пепперони с маршмеллоу. Пепперони с маршмеллоу? Серьезно? Ну, я первый раз такое вижу. Давай пробовать. Привет, попробовал я кусочек пиццы с... пиццы пепперони с маршмеллоу. Ощущение очень необычное, в том плане, что я пробую, она сначала острая, а потом, когда я дохожу до маршмеллоу, она становится сладкой. Первый раз такое пробую, очень круто. Друзья, всем привет! Сегодня у меня 6-й заключительный тренировочный день с Глебом. Как всегда, приехал к нему в отель. Сегодня плюс 31, очень жарко, но пока не знаю, возможно, поедем в крытый скейт-парк, возможно, поедем в открытый. Глеб будет буквально через 5 минут, и мы решим, в какой скейт-парк мы поедем. Ну что, мы переместились в стрит-зону. Сейчас будем делать задание вот здесь. Глеб, подходи. Катались в стрит-зоне и теперь перешли в эйр-зону.
Как он только трюк поставил. Да, ну, видимо, сила на исходе. Ну что, друзья, по времени заканчиваем тренировку. Сейчас едем отдыхать. Везу Глеба в отель. Ну что, Глеб, наши тренировочные дни подходят к концу. Тебе все понравилось? Да. Самое главное. Кому передашь привет в этом видео? Саша Морозова. Саша Морозова? Все здорово. Так, стой здесь, закрой глаза. У меня тебе есть небольшой презент. Жди здесь. Закрой глаза. Закрой глаза. Закрыл. Интересно, что там, да? Я думаю, это какая-то деталь. Ты что думаешь? Не знаю. Знаешь? Не знаю. Может, панда 44-я? Панда! Не знаю, сейчас узнаю. Бери, подкрывай. Это для тебя подарок. Панда 44. Она самая. Я хотел. Вот она. Глеб очень хотел попробовать короткую пандемониум, но самое короткое, что будет там 47, а это 44. Что, поставите? Даже нет, можешь. Вот. Чисто с ботинок. Ну вот, смотри, есть место. Ну, мне казалось, что там совсем притик идет по ногам. Так что вот теперь вся. Есть доска для либо второго самоката, либо для этого. Сейчас я спасибо большое, Артём. Блин, она еще и с тормозом. Ну, как попросил. Еще Оська родная, еще спейсера, так что можешь сразу ставить. Ну, это вообще прям...